Цепочку на левый живот, да, на правый. Правой рукой, пожалуйста, защиту держите. Я понял. Мы это ваше подойдите. Обязательное требование? То есть это вы обязательно требуете или нет купить? Ну, подойдите к нему. Нет, вы можете мне сказать, куда вы уходите? То есть я должен купить... Вы меня фотографируете? Нет, ну вы мне скажите, чтобы я знал потом, чтобы я пришел к главврачу и уточнил. Подойдите. Пленка это действительно платная? Да, платная. Я обязан ее купить? Да, обязан. Что меня обязывает ее купить? Нет, это самое. Извините, что обязывает меня купить эту пленку? Сейчас подойдет лаборант, вам все расскажет. Ну вы же с меня требуете купить ее. Да мы не требуем. Но вы вдвоем требуем. Только что пришли мы и потребовали. То есть это не обязательно. Как это не обязательно? Это обязательно? Вы скажите, что вы с фотографией? Нет, вы мне скажите, ну мне как, ну мне надо понять, на каком основании вы меня обязываете что-то купить? Нет, я вас не обязую. Это не, это кто все? Все это на добровольных началах делают? Ну пойдите к главврачу. Нет, вы мне скажите, вы же мне говорите, мне не главврач пришел, сказал, вы мне сказали. Вы сказали, что я должен купить пленку. Вы мне ответьте на вопрос, это обязательная процедура или нет? Можете ответить или нет? А что вам ответить? Я обязан купить эту пленку? Ну все покупают. Ну кто все? Все покупают. Все делают это потому, что хотят? Нет, это не хотят. Потому что вы заставляете? Нет, боже упаси. А что? Ну а как тогда? Мы никого не заставляем. Нет, вы мне скажите, если я сейчас не куплю ее, я нарушу... Ждите, вам сейчас лаборант все... Так а зачем мне ждать? У меня есть все. Вы мне сделали снимок, у меня есть заключение. Чего мне ждать? Ну хорошо. Так я могу идти? Ну раз дали заключение, то я не знаю. Что вам сказали? Вы только что вышли, сказали, что я обязан что-то купить. Врач. Вы мне скажите, я могу идти или мне надо дождаться чего-то? Мне подождать кого-то надо? Или я могу идти? Хотите. Ну что значит, как хотите? Вы просите меня купить пленку какую-то. Вы можете сказать, я обязан это делать? Либо вы это... включаете вот этот диктофон и стоите вот это, что это за цирк? Ну подождите, а вы не считаете цирком то, что вы выходите и просите у меня что-то приобрести, за что-то заплатить деньги? При этом в больнице все бесплатно, медицина бесплатна, я должен что-то вам купить. Объясните мне, на основании чего я должен это купить? Ну что вы все разбегаетесь? Ну как-то так. Здравствуйте. А вы главврач? Меня главврач. Да? Скажите, пожалуйста, я был в рентген-кабинете, там случилось ЧП, заболел врач, я там ждал его, она пришла, сделала рентген. Вот. Вышли две женщины, одна, я так понял, уборщица, еще кто-то. Они мне написали заключение, все великолепно. Попросили меня пойти купить им какую-то пленку. Что это за пленка и должен ли я ее покупать? Я хочу уточнить у вас. Они говорят, все вопросы к главврачу. Меня Александр зовут. Я только что приехал к вам, ну, сделать рентген контрольный, снимок. Вы относитесь к нашей больнице? Я не знаю, если я... Ну, я гражданин Украины, наверное, к вашему... Не, но гражданин Украины, вы льготная категория. Что значит льготная? Ну, я что? Обычный человек. Ну, обычный человек. Льготная категория больным мы делаем все бесплатно. То есть наша рентген-пленка, льготная категория, это участники войны, это нет, дети ну войны, видите, это инвалиды войны, это афганцы, это атошники. Вот, да, это льготная хорошо, категория. Хорошо, я вот шел, упал, повредил руку, у меня перелом. Нет, но если нет, острое состояние, это тоже делаем мы своей пленкой. Вы мне скажите, в каких случаях я должен платить и на основании чего? Я хочу понять. Куда вы платили? Объясните. Нет, они просят меня сейчас пойти и купить какую-то пленку. Мне это надо делать или нет, не надо делать? Нет, вам не нужно этого ничего. На основании чего они требуют? Если вам уже сделали рентген, если вам сделали рентген, вам не нужно ничего покупать. Это их желание, просто они для себя пленку хотели. Я почему хочу... нет? Они для себя ничего не покупают. Ну я просто вот с ними диалог фиксировал. Они просили меня, пойдите купите. Я когда пришел попросить.
попросил снимок, мне сразу сказали, надо заплатить 30 гривен за что-то. Я еще ничего не делал, мне же сразу предупредили. Я сказал, что... Я сейчас приглашу и, вместе, и вместе с вами. Вот, я понимаю, что вы хотите все записать. Но это разве не здоровое? Это, по-моему, здоровое желание. Если да нет, человек требует во всех, деньги. Да. Правильно? Вы согласны? Я ж ничего не делал против закона. Я к вам пришел уточнить. Да, я сейчас приглашу. Да, будьте любезны, разберитесь. Спасибо большое.